Всем привет! Добро пожаловать на распаковку бумажных сюрпризов. Я к вам вернулась с двумя новинками. Это коллекция «Вопрос-ответ» и коллекция «Цветочки» для подписчика Елизавета Фрэнс. Сначала, как всегда, идут приветы, но если вы хотите перейти к распаковке, в описании к этому видео есть тайм-коды. Сагима Гапарова, Мороженка, Цера, Лисенок, Елизавета Незабудкина, Зарина, привет, Эллен, Аня Прикол, Анжелика, Маргарита, Модна Малина, Рузана Сантаян, Гулина Тенисбаева, Бумажная Планета. Все вам большой привет от меня. А теперь давайте выбирать пакетики. Сегодня большинство пакетиков я выберу по одному комментарию. Канал Хаю-Хай выбрал из коллекции «Осень» подсолнух. Так, подсолнух. Вот еще какие пакетики у нас остаются, поэтому выбирайте, какие вы хотите пакетики открыть в следующем видео. Дальше из коллекции «Сигны» Хаю-Хай выбрал «Халка Among Us». Так, ищем-ищем Халка. Вот он. Из этой же коллекции канал Мороженка выбрал Ванилопу. Ванилопу фон Кекс из мультика Ральф. Так, вот она, Ванилопа. И Настя Кошкина выбрала голубя. Так, голубя, голубя. Ну, вот это вот голубь у нас. Сейчас посмотрим. Здесь в этой коллекции несколько... По-моему, да, вот такой вот голубь. Все. Давайте выберем сегодня голубя рэпера. Это убираем. Дальше Хаю-Хай из коллекции «Рандомные наклейки» выбрал пакетик с пальмой. Вот он с пальмой. И вот какие пакетики у нас еще остаются. Пожалуйста, выбирайте, что открыть в следующем видео. Из коллекции жвачки канал Хаю-Хай выбрал пакетик коричневый. Вот такой вот коричневый пакетик с собачками. И также Хаю-Хай в своем комментарии указал, что если будет новинка, то выберите четвертый пакетик. Давайте из коллекции «Вопрос-ответ» я выберу четвертый пакетик. 1, 2, 3, 4. Как видите, эти пакетики, они одинаковые. Здесь такой вот мальчуган, который задается вопросами. Вот здесь вот будут ваши вопросы, и я буду на них отвечать, когда мы будем открывать пакетик. Сегодня мы заканчиваем коллекцию Shein. И еще у нас новиночка. Это новинка цветочки для подписчика Елизаветка Friends. Такие пакетики. Цветочки здесь нарисованы в таком детском стиле. Почему-то мне захотелось именно так. Простые такие вот цветочки. Давайте тоже из этой коллекции перемешаем всю эту коллекцию и выберем четвертый пакетик. Новинка же все-таки. Так, давайте 1, 2, 3, 4. Вот такой вот цветочек сегодня выбираем. Остальные цветочки убираем. Также у нас есть еще одна коллекция. И это Хэллоуин. Коллекция... В виде адвент-календаря. Мы уже открыли Дракулу, Гробик и Франкенштейна. Сегодня мы откроем с вами дел с 31 октября. Воронина Алена выбрала эту ячейку, потому что 31 октября у нее день рождения. Ей исполняется 10 лет. Поэтому обязательно откроем сегодня ячейку с 31 октября. Так, мы выбрали все пакетики. Давайте соберем их. И перейдем к распаковке. Давайте сегодня первым делом откроем сигны для подписчиков. У нас сегодня сколько? 3 или 4 пакетика с сигнами? 3 пакетика с сигнами. Голубя открываем. Так, открывашка порвалась. Так, и это сигна для канала Петя Барбоскин. Привет, Петя! Барбоскин, открываем Ванилопу.
Так, здесь сигна для канала Алина Кулик. Привет, Алина. Так, ты у нас под номером 11, Петя Барбоскин под номером 2. И открываем Among Us Халка. Так, здесь сигна для канала Оксана. Привет, Оксана. Так, ты под номером 36. Давайте приклеивать наши сигны. На первой странице у нас Петя Барбоскин. Под номером 2. Так, Алина Кулик под номером 11. И Оксана под номером 36. Вот здесь, рядом с каналом Dreams Dart. Так, в этом каталоге все. Переходим к следующему каталогу. Так, давайте здесь первым делом откроем коллекцию рандомные наклейки. Вот они, наклейки. Так, рандомные наклейки, вот они. Сегодня пакетик с пальмой. Открываем. Так. Сегодня нам попался Спанч Боб. Кто же его не знает? Давайте его приклеим на отдельную страницу, потому что у Спанч Боба еще будет друг вроде бы в этой коллекции, я точно уже не помню, но мы приклеим на всякий случай его на отдельную страницу. Такой вот Спанч Боб. Переходим к следующей коллекции. Так, а следующая коллекция у нас это образы Шейн. Сегодня мы заканчиваем эту коллекцию. Последний пакетик остался. Посмотрим, какой образ сегодня мы с вами соберем. Так, смотрите, это вот такая вот юбочка черная. И такой вот топ. Короткая футболочка. Под номером 2 этот образ. Так. Приклеиваем юбочку вниз. И футболочку наверх. Давайте посмотрим на всю эту коллекцию. Это была коллекция для подписчика Нессы. Образы Шейн. Первая страница у нас, как вы видите, образы с юбочками. Здесь у нас такой вот свитерок. Здесь у нас коротенькая футболочка, топик. Вторая страница у нас джинсиками с огнем и джинсики со змеей. Здесь у нас кардиганчик, здесь у нас футболочка. И третья страничка у нас с шортиками. Толстовочка здесь у нас, а здесь у нас такой комплектик шортики и футболочка. Такой осенний комплектик с подсолнухом. Так, на этом все. Переходим дальше. И коллекция Хэллоуин. Открываем 31 октября. Так, два сюрприза. Это, посмотрите, какой реалистичный котел с зельем. И не менее реалистичный глаз. Так, котел с зельем под номером 12, глаз под номером 6 вроде бы, или 9. Сейчас посмотрим. Так. Вроде бы под номером
Скорее всего, под номером 9, да, это девятка у меня такая. Давайте приклеивать. Раздел с привидениями. Котел приклеиваем. И приклеиваем глазик. Следующая коллекция. Это коллекция жвачки для подписчика Воронина Алена. Пакетик у нас сегодня с собачками коричневый, разрываем его. Так, и сегодня нам попался целый автомат с круглыми жвачками под номером 6. Вот здесь вот на страничке с Love Is с жвачкой приклеиваем. В этом каталоге все. К сожалению, коллекция жвачки в этом каталоге последняя. Закрываем этот каталог и переходим к новому каталогу с котиками. Такой вот у меня каталожек с котиками. Открываем первую коллекцию. Давайте пойдем по порядку. Первую коллекцию откроем осень для канала Polly Roblox. У нас сегодня подсолнух. Так, и сегодня нам попалось привидение. Все потому, что осенью Хэллоуин. Поэтому, соответственно, здесь тоже в этой коллекции есть привидение. Приклеиваем под номером 1 на первую страницу. Такое вот привидение, которое отправилось коледовать, собирать конфеты в Хэллоуин. Следующая коллекция – это вопрос-ответ. Открываем такого вот мальчугана. Так. Вопрос на сегодня – твоя мечта. На самом деле я мечтаю о том, чтобы мой канал развивался и продвигался, чтобы о моем творчестве узнали многие. Помимо бумажных сюрпризов, я занимаюсь изготовлением деревянных значков, и об этом я рассказываю в каждом своем видео. Я хочу, чтобы о моих значках узнало как можно больше людей, и чтобы мои значки тоже стали популярными, как и бумажные сюрпризы. Ну, думаю, вы меня поняли. Вот такая вот у меня мечта. Давайте приклеим сюда этот вопросик. Думаю, я на него ответила. Переходим к последней коллекции. И это коллекция цветочки для канала Елизаветка Friends. Такой вот пакетик у нас сегодня. Давайте его откроем и посмотрим, что нам сегодня попадется. Так. И это мак. Посмотрите, какой красный мак. Так, мак у нас на второй странице этой коллекции. Вот здесь. Вторая страница у нас оформлена, смотрите, палочка, веточка дерева, улей и пчелки. Очень интересно. Так, давайте приклеим мак. Вот такая вот картина у нас получается. На этом все. Это были все пакетики. Не забывайте подписываться на мой канал, а также подписывайтесь на мои социальные сети. Там я занимаюсь изготовлением и продажей деревянных значков. Все ссылки есть в описании к этому видео. Всем всего доброго, всем пока!